هل تجزئ القيمة بالدراهم؟ можно ли выплачивать زكاه الفطر деньгами؟ говорит ذهب جمهور العلماء الى انه لا يجزي اخراج القيمه في زكاه الفطر. большинство ученых считает, что не является действительно выплачивать زكاه الفطر деньгами. И это мазхаб имама Ахмада, Малика, Шафии и Захиритов. И второе мнение в вопросе, которое придерживался Суфьян ас-Саури, а также Абу Ханифа, и это передается от Хасана аль-Басри и от Умара ибн Абдул-Азиза, анну юджи, то, что это является разрешенным и действительным. Вас-сават ма захаба илейхи аль-джумхур. Но правильным в этом вопросе является то, чему склонилось большинство ученых. Ли хадис ибн Умара, из-за хадиса ибн Умара, у Аби Саид и Абу Саид аль-Худри, аль-Лазейни фильбаб, который у нас в главе. وقد استدل المخالف بأثر معاذ ابن جبل. почему? Потому что хадис ибн Умара и Абу Саид аль-Худри не перечисляются деньги. Говорится, выплачивали пшеницей, выплачивали ячменем и тому подобное, но не упоминаются деньги. Говорит, но приверженцы второго мнения привели себе в довод асар от Муаза ибн Джабаля. Анну укали ли ахли Йемен. То, что когда он был послан в Йемен и собирал там закат уль-фитр, он сказал жителям Йемена: «Уэтуни биарат сияб, ахузу минкум макан аззура ва шаир». «Принесите мне лучше одежду. Я буду собирать с вас закат уль-фитр одеждой, так, чем собирать с вас кукурузу и ячмень». فَإِنُّ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرْ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ. Это легче для вас и лучше для мухаджиров, которые в Медине, то есть которым мы отправим эту одежду. أَخْرَجُوا يَحْيَ ابْنُ آدَمْ فِي الْخَرَاجِ. Нам этот асар от Муаза ибн Джабаля приводит Яхья ибн Адам в своей книге «Аль-Хараж» по дороге от Тауса от Муаза. Но этот асар мункати, прерванный. فَإِنَّ طَاوُوسًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا. Потому что Таус никогда не встречал Муаза ибн Джабаля в своей жизни. Нам и к тому же в этом асаре что говорится? То, что Муаз ибн Джабаль говорит, это будет лучше для мухаджиров в Медине, так или нет? А закат уль-фитр не отправляется в Медину, а собирается перед намазом фаджр, так и выдается после намаза фаджр. Если же в этом асаре речь идет вообще о закате, тогда что? Тогда нет, не будет правильным проводить аналогию просто заката с чем закат уль-фитр, потому что постановление двух закатов является различными. Значит, правильное мнение в этом вопросе то, что не является действительным выплачивать закат уль-фитр деньгами. И тот, который выплатил деньгами, у того это не принимается, и он должен выплатить заново чем продуктами. Ясно или нет? Далее.